Государственный российский советский деятель Анатолий Лукьянов, знаменитая певица Ольга Воронец, легенда российского кинематографа Марлен Хуциев и многие другие стали гостями на традиционном приеме у главы города. Лучший город для меня – Смоленск. Я здесь родилась, здесь училась. И была столько за границей, столько повидала всего. Но считаю, что лучший город – это Смоленск. В Смоленск прибыли представители Севастополя, Тулы, Варшавы, Житомира, Риги, Могилева, Липецка, Даугавпилса в честь 1149-летия со дня основания Смоленска и 69-й годовщины освобождения города. Более 2 лет город был оккупирован немцами, прежде чем был освобожден русскими войсками. В 1945 году Смоленск был включен в число 15 русских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Представители городов мира вручали сувениры, начиная от тульского самовара и заканчивая огромным кристаллом из Варшавы, который, по словам главы района Урсынов, символизирует чистые и прозрачные отношения России и Польши. Военный атташе Франции вспомнил о совместном советско-французском авиационном полке «Нормандия-Неман». Наши летчики воевали с вами плечом к плечу за освобождение континента. Мы сегодня можем жить мирно в Европе. По завершении приема всех гостей пригласили принять участие в торжествах, посвященных 1150-летию Смоленска, которые пройдут в следующем году. Екатерина Левицкая, Роман Зорин, Вести Смоленск.